Привет. Ловить хочется эту кобылу гром. День короткий. Морозов нет для животных. Большое дело. Намного легче, хотя лошадь — это такое животное, которое, в принципе, морозостойкое. Две кроссовки. Конь в яблоках. Что он тебя загонял? А, девочка. Загонял. Алена. Аленка. Алена. Ты тоже полетала немножко, да? Полетала. Хорошая, хорошая. Ну что? Поносилась. Там вместо этой кобылы стойло поставили другое, а ее выпустили. Поэтому немножко сегодня у нас так шумно. Гоняет дрова-трошку. Вот она пока походит одна. Но ничего страшного. Чуть пройдет немножечко время. И все будет в порядке. Они привыкнут. Все будет замечательно. Всем спасибо, всем пока.